Я потихонечку двигаюсь на автовокзал вдоль моря. Присела здесь выпить стаканчик свежевыжатого сока. Еще два каких-то красивых печенюшки. И вот сама себе думаю, что бы мне еще, может быть, вот такую вкусняшку съесть. Нет, наверное, не буду. Сегодня такой хороший день, прохладный. Я с таким удовольствием иду по этой улочке. Ну вот, я прошла уже порядка 4 километров. Мне до моей автобусной станции еще 2,5. Еще раз повторяюсь, погодка потрясающая. Прямо под меня. Если бы было жарко, конечно, я взяла бы такси. Нет, я хочу именно пройти с пешочком. У меня в 4 выходит автобус, поэтому я сейчас нагуляюсь. И как мне нравится, на каждом шагу можно выпить свежевыжатый сок. Я люблю Мармарис. А я все иду. Так, хочу заставить себя что-то съесть, а не могу. Печеная кукуруза. Такие ресторанчики симпатичные. Нет, я тогда уже приеду туда и вечером там что-то перекушу. Море. Такие страшные, блин, бикин какой жуткий. Паша. Везде Паша или Паша? Как правильно сказать? Итак, это уже порт. Зашла в магазин турецкие сладости. Хочу что-то. Возьму с собой в дорогу. И по дороге буду клевать. Правильно? Так, что я хочу? Вот она, красотулечка такая. Фиги. Угу. Вкуснятина, вкуснятина. Тут, оказывается, есть Гранд Базар. Накупила себе. Накупила турецких сладостей в машину. Thank you. Ой, какая красота. Какие деревца. Ура, я пришла за 30 минут. Я так быстро пронеслась. Благо, ноги хорошие. Итак, я проделала почти больше 6 километров, я посмотрела, с заходами туда-сюда. Так, мое место вот тут одиночное. Я взяла прямо за водителем. Буду видеть всю дорогу. Мне водичку дали. Вот так выкидывают воду. Я набрала с собой воды, конечно, на всякий случай. Они вот так вот ее пакуют. Ну что, он сказал, поехали. И взмахнул рукой. До свидания, Мармарис. До свидания, Мармарис. Был знак, что мы поднимаемся на 7000 метров. Обалдеть. Мы уже на 2000 поднялись. Вот это да. Автостанция Мугла. Они читают Мула. И вот мой автобус стоит. Шикарная станция. Нас кормят и поят. Thank you. Ип! Можно так поставить? Так приятно.
Какая шикарная автостанция. Это я спустилась вниз. Сверху не стала снимать, потому что ко мне подошел мужчина, турок. Очень хорошо говорит на английском языке. И стал мне рассказывать, на каком автобусе мне куда поехать. Стал меня спрашивать, мы с ним стали болтать. Но они все очень любят поговорить. Короче, мне все показывают, куда идти. По Мукале туда, по Мукале сюда. Окей. Okay. This one? Ой, пойду, наверное, я сейчас сложу свои вещи и приду поем. Корейская еда. Вот он мой отельчик. Вот он, Халтю. Хотел. И вот они, эти невероятные красоты. Белые горы. Он говорит, что они меня ждали с утра. Здравствуйте, привет. Здравствуйте, привет. Добрый вечер. Все нормально, все замечательно. Ой, как красиво. А кто комнаты раздает? Я надеюсь, у меня будет вид на горы. Ой, бассейн шикарный. Как красиво. Мне сразу предложили кофе, чай или этот. Или. Глян, говорил, у тебя номер, говорит, на view, на этот. Ну, туда, в сал. Я говорю, тут людей-то никого нет, дай. Дай мне хороший номер с видом на горы. Ну я разве могу отказать леди? Та-та-та-та-та. Вау. Вау. Looks good. Oh my god. Thank you so much. Вау. Я показала себе вот такой отель с видом на сад. А он говорит, если что, я тебя... I make it. Окей, окей, no problem. Завтра. Завтра, да. Спасибо большое. Не за что. Красота. Ой, красота. Мне очень нравится отель. Маленький балкон. Маленький. Ничего страшного. Спасибо большое. Вам тоже. Москве. Азан. I love it. I love it. Азан. Вот где я нахожусь. Я приехала вот отсюда на автобусе. Ой, как красиво, божечки мои. Тут типа ресторанчик, а тут у нас завтраки будут. Завтраки включены. Боже, какой красивый. Какой просто красивый и уютный этот отель. Сказочный. Может быть, ты мне дашь с видом на эти горы? Он говорит, ну, конечно. Он говорит, 3 минуты отсюда хамам. Разбитая бутылка. И вот мой румчик. Меня менеджер снова позвал на чай. Говорит, идем на чай. Можно было что-то поесть. Я сегодня только позавтракала. Слегка был скромный завтрак. И съела вот эту одну. Не знаю, но уже поздно, не хочу. Нет, не буду. Я себя пересилю. И съела одну бахлаву. We were producing kilims. Those are the from local from here. Uh-huh. In the countryside, just 20, 50, 40 kilometers from here.